Добрый вечер. Мы очень рады, что вы все пришли. Мы рады, что мы сами пришли. Потому что, наконец-то, Страдивалинки первый раз в клубе Козлова, хотя мы считаемся вроде как резидентами, но в этом шикарном помещении нового здания, пространства, фантастически красиво и уютно. Мы сегодня будем первый раз, и для нас это большой праздник. Может быть, даже больше, чем Новый год, но все-таки отмечать мы будем именно предновогоднее настроение. Отмечать, фиксировать и делать так, чтобы уже за неделю до Нового года у вас оно появилось прочно, безоговорочно и безвозвратно. Но так как Страдивалинки — это кроссовер, и я вижу, что многие новые лица сегодня появились в публике, мы... Просто для новой публики я должен сказать, что первое отделение всегда это традиционная классика, и сегодня не будет исключением сегодняшняя программа. Мы начнем, как обычно, с серьезных произведений. Ну, симфонии Вагнера и Мендельсона, особенно Вагнера, мы решили немножечко сдвинуть все-таки в сторону второго отделения и начнем с музыки Паганини.
Ну что же, так и будем мириться со всем, что умеем и что любим. И так как мы все-таки действительно в джазовом клубе, то мы решили начать нашу программу, ну, кроме визитки, которую действительно многие уже видели и знают, а кто-то увидел первый раз, мы решили, что сыграем первым номером в программе после визитки музыку, как нельзя, кстати, подходящую к зиме. Александр Цфасман, «Снежинки». Надежда Кожнова. Ну и, конечно же, какой русский не любит зиму? А еще когда так холодно, что хочется согреться, пританцовывая. Ну, без русского танца нашу программу мы обойтись не могли. И даже сейчас долго рассказывать не буду, что за русский танец. Я думаю, что все узнают.
«Русский танец» Чайковского мы играли и будем играть еще. Да. Будем играть еще много, долго, это одна из наших любимых пьес, но ни один русский танец и ни единственный русский композитор вообще написал замечательную пьесу с таким названием. Мы долго подбирались к русскому танцу Игоря Стравинского. Это сегодня премьера, первая из сегодняшних премьер. Обычно я об этом говорю, и еще добавляю, что у некоторых общее, да, для кто-то знает, кто-то не знает, но сейчас, так как время позднее, и несмотря на это позднее время, я очень рад, что все-таки некоторые пришли с детьми, мы сыграем пьесу, которая поможет некоторым из этих детей постепенно подготовиться к тому, что концерт рано или поздно закончится, нужно будет приехать домой и заснуть. Наша колыбельная. Thank you.
Я надеюсь, что хлопаем тихо, чтобы не разбудить, не потому что не надо. А сейчас мы сыграем пьесу, очередную премьеру. Славочка, приберите, будет. Это пьеса, которую нам разрешил, подарил возможность играть замечательный пианист, композитор, удивительный музыкант. Человек, который здесь, в этом клубе, довольно часто появляется и дарит радость своей музыкой, своей игрой. Александр Вершинин, автор композиции «Луна Парк». В исполнении «Квартет Страдивальники» звучит впервые. Thank you.
Я спрашиваю. У нас есть такая пьеса «Кинокупури», которая называется «Кино и голуби». Кстати говоря, немного дисков сегодня есть, и уже прозвучала одна или две композиции, сейчас боюсь соврать, которые есть на диске, так что кто успеет, там они есть для вас. Но вопрос традиционный. Без чего Новый год не вполне... Новый год. Без елки. Без елки, раз. Без Деда Мороза. Без шампанское. Ну, без друзей, в общем, вот тут подтягивается. Опа. Я знаю, кто это сказал. Наташа, правильно. Без иронии судьбы, ну, в общем, как-то нас в этом году решили этого лишить. Во всяком случае, на Первом канале. Успокоили. Ну, мы решили вас успокоить самостоятельно. Мы решили, что, во-первых, действительно, уже за неделю до Нового года вполне, не то чтобы может, а должна звучать музыка Тривердиева из этого фильма. А с учетом того, что мы сразу после наступления Нового года, ну почти, мы сыграем пару раз на Тверской, на самом лютом холоде московском, при минус 2 градусах. Но нам обещают тепловые пушки. Вот, мы сыграем в Москве и сразу же умчимся в любимый всеми москвичами. Вот когда живешь в Москве, надо любить Санкт-Петербург. Из Санкт-Петербурга надо любить Москву. Ну, сегодня вместе с вами будем любить Ленинград и снег над Ленинградом.
Мне кажется, что пора заканчивать первое отделение. Но чтобы вы не остались, и мы не остались в таком настроении, снежно непонятном, мы решили, что вот иногда на елку вешают очень странные игрушки, да, казалось бы, те, которые ну, не могут никак, не то чтобы на елке оказаться. Ну как может паровоз оказаться, например, на елке, да? Даже маленький. Или я не знаю. Ну, хлопушки хорошо. Хлопушки, кстати, сегодня еще обещали подвезти. Будут хлопушки? Обещали. Вот. А вот рыбы как на елке могут оказаться? Объясните мне. Вот часто рыбки там, я не знаю, с красивыми хвостами или киты. Ну, вообще нормальная рыба на ель полезет? Я думаю, нет. Но только если шампанского обопьется. Мы будем считать, что наша акула или акулина, та самая акулина, в числе многих других треков, которые существуют и на диске, наша акулина, видимо, шампанского пилась. Чего мы и вам желаем после того, как мы сыграем акулину. Thank you.
Спасибо. Спасибо. Пора всем немножко отдыхать и готовиться к еще одной порции премьер. Антракт. Новый год Новым годом, а Рождество тоже никто не отменял. Есть в зале те, кто праздновал сегодня Рождество? Нету, по домам сидят. Но так как идет трансляция из клуба, мы их поздравим дистанционно. Мне сказали говорить веселее. Я не могу веселее, очень ответственный концерт. Виде серьезном. Сейчас надо играть Eine kleine елочка. Еще некоторое количество премьер во втором отделении. Сейчас играем пьесу из нашего такого традиционного стенобитного репертуара. Кто-то, может быть, уже слышал, я надеюсь, что многие. А многие, кто первый раз услышит, надеюсь, будут так поражены тем, как мы играем эту замечательную музыку, что побегут покупать диск. Но пьеса называется так, как вы видите. По реке разбойники. Mm-hmm.
Евгений Алтугин. Аккордеон. Игорь Никифоров. Контрабас. Надежда всея Руси Котнова. Меня зовут Александр Башлянский. И вот долгожданная лично для меня премьера здесь, в таком виде, в котором сейчас это прозвучит. Когда-то мы играли с Надей эту пьесу в прежнем помещении этого волшебного клуба, но при увеличении уровня волшебности клуба Козлова мы решили увеличить количество звуков пьесе, которая написана потрясающим человеком, отличным музыкантом, уникальным композитором современности, который пишет замечательную светлую музыку. И дело в том, что не в том, что он минималист или композитор, скажем так, сегодняшнего времени. Он очень живой, настоящий человек, который всегда рад подарить возможность музыкантам играть его музыку, а публике ее слушать. И я говорю о Павле Карманове. Я так понимаю, что большая часть собравшихся сегодня людей иногда включает канал «Культура» на телевизоре. Так вот, заставки телевизионные звучат именно под музыку Паши Карманова. И огромное ему спасибо за то, что он делает иногда нашу смурную серую жизнь чуть-чуть более сверкающей, радостной, неожиданно простой и наивной. И сейчас прозвучит пьеса, которая как нельзя кстати подходит именно к сегодняшней новогодней программе, потому что мы уже привыкли, что Новый год в Москве далеко не всегда со снегом. А если уж снег выпал под Новый год, то это обычно второй раз за год. Но вот кто-то осторожно идет по этому снегу уже. Второй снег на стадионе. Thank you.
При исполнении этой пьесы едва не погиб и вернулся. Ну, Игорь, у нас вообще везунчик. Он 2 дня назад ночь провел на Ленинградском шоссе после аварии. Назначил свидание ДПС. Причем сделал это весьма изящным образом. Он решил пропустить пешехода ночью на неосвещенной трассе. И сзади его догнала газель. Едва не отморозив пальцы, наш мальчик дождался-таки приезда патруля. А потом еще 5 часов заводил свою машину. Там что-то отскочило и не заводилось. Отдельные аплодисменты пропускающим пешеходам. А сейчас прозвучит пьеса, которая хоть к Новому году имеет весьма далекое отношение. Она имеет принципиальное отношение к сегодняшнему событию, потому что именно сегодня мы доделали афишу к нашему концерту, который состоится 10 февраля. Точнее, концертов будет 2. Один будет, опять же, в Санкт-Петербурге 4 числа. Если кто-то будет 4 февраля в Санкт-Петербурге, мы приглашаем вас на премьеру туда. А 10 февраля в музее Скрябина состоится, не побоюсь этого слова, мировая премьера программы, которую мы
представим совместно с потрясающей, удивительной, неповторимой и действительно уникальной. Я говорю это не потому, что это наша подруга и человек, достойный всяческого восхищения, но и потому, что это действительно уникальный российский голос, который признан во всем мире. И в России Олеся Петрова, именно так зовут эту волшебную певицу, обладательницу мецо-сопрано, в России она поет часто, но она человек скромный. А вот в Covent Garden, на арене Ди Верона, вообще во всем мире, где она поет, ей устраивают обычно стоячие овации. Но вот, как я уже сказал, она очень скромная, поэтому, когда в очередной раз мы разговаривали о том, что хорошо бы что-то сделать вместе, она сказала, давай сделаем. Вот у меня есть числа в феврале. И это было почти год назад. И мы с огромным нетерпением ждем именно этих чисел, потому что программа «Песни и пляски. Смерти вопреки» — программа, в которую войдет очень много разной, в том числе серьезной музыки, она действительно будет сделана для того, чтобы дать ощущение света в конце тоннеля, подарить какой-то глоток воздуха и дать силы тем, то, может быть, иногда забывают, что именно классическая музыка, именно серьезные, умные певцы, певицы и инструменталисты, которые выходят на сцену не для того, чтобы показать очередной костюм или прическу, а для того, чтобы рассказать о тех смыслах, которые они нашли в музыке, именно эти музыканты и делают мир немножко чище и... Может быть, спасли уже не раз мир от гибели. Игорь, ну прокашляйся, я боюсь начинать следующий номер. Я же говорю все это только потому, что ты кашляешь. Ты в бар пошел? Вода не помогает. Итак, 10 февраля. Музей Александра Николаевича Скрябина. Это на Арбате. И зал очень маленький, я всех хочу предупредить, что уверен, билеты закончатся очень быстро. А когда будет следующая возможность эту программу услышать в Москве, я не знаю, потому что Олеся действительно человек, у которого расписан график на несколько лет вперед. Но, тем не менее, мы надеемся, что хотя бы до февраля ничего не случится. И сейчас один из тех номеров, которые мы готовим специально для этой программы. А к сегодняшнему декабрьскому концерту, как я уже говорил, я добавлю просто, он имеет отношение в большей степени не как новогодняя открытка, да, музыкальная, а скорее как напоминание о том, что каждый Новый год, каждый праздник в Москве и вообще в любом российском городе происходит благодаря тому, что когда-то наши деды и прадеды отстояли нашу родину. Причем не один раз. И вот напоминанием о том, что мы должны быть им не просто благодарны, а понимать, чем нужно дорожить, и служит одна из тех пьес, которые мы готовим к программе «Песни и пляски. Смерти вопреки». Одна из них сейчас звучит.
практически все время играем во всех программах. Что-то из танго. Это наш очень любимый, не единственный любимый, но все-таки действительно любимый жанр, в котором мы часто выступаем и с танцорами, и с певцами. Но вот сегодня нам захотелось сыграть композицию, которая, может быть, часто звучит, тема. Это одно из самых известных танго Астора Пьяццоллы, которое называется «Обливион». Но для нас эта композиция давно уже такая, скорее, не в пустыне потерянный, а забытый какой-то оставленный человек, а вот, наверное, припорошенный снегом, может быть, замерзший или грустящий где-то на остановке Игорь Никифоров на шоссе. Ну, в общем, наш страдивальниковский вариант забытого, позаброшенного Обливиона. Thank you.
Спасибо. Ну, так или иначе, неделя пройдет. Наступит 1 января. И все по тому же каналу «Культура». Я не считаете рекламой канала? По одному каналу, где показывают культуру, обязательно покажут концерт из зала, который называется «Musikverein». Концерт Венского филармонического оркестра. И те, кто не злоупотребляют шампанским и оливье, просыпаются и смотрят обычно этот концерт. Потому что действительно это красиво, да, как в том анекдоте. Но, во-первых, это красиво. И, во-вторых, и в-третьих, это действительно красиво. И каждый раз именно музыка Штрауса — это и есть новогоднее настроение, во всяком случае, для всех европейцев. Но мы уже тоже привыкли достаточно однозначно реагировать на некоторые музыкальные посылы, да, из Европы. Вот это хороший посыл. И мы его обязательно примем. И давайте сейчас потренируемся, потому что мы решили, что для окончательного закрепления новогоднего настроения необходим Штраус попурри. Но чтобы мы в одинаково усталом состоянии закончили этот концерт, вы тоже теперь будете с нами исполнять. А как? Очень просто. Значит, у вас у всех с собой ваши шумовые инструменты, да? Знаете какие? А? Вот эти, да, правильно. Вы очень хорошо ими пользовались во время концерта, но сейчас попробуем срежиссировать ситуацию, когда я в необычной для себя роли выступлю, в роли дирижера. Сейчас такая шутка была, не все оценили. Жалко. Ну, в общем, когда я подниму руки так, надо тоже вот так сделать. И 4 хлопка вместе со мной. И... Я сказал дирижера, а не провокатора. А провокатор не просто побуждает к действию, а еще как-то, в общем, диктует, когда. Так, поэтому, когда я первый раз хлопнул, до второго тоже я что-то делаю. Ох! И... Опа! Оп! О, гениальный оркестр. Да, но теперь ритмично. Еще раз. И... Так, все ко мне в оркестр. Супер. С одной репетиции гениально. Значит, сначала, когда я буду дирижировать, а потом по мере желания. Конечно, желательно, чтобы шампанское было в этот момент у всех. Но представьте, вы судите с воображением. Thank you.
Игорь Никифоров. И контрабас. Надежда Котнова. Меня зовут Александр Бахнянский, и мы закончили. Все-таки, конечно, Новый год — это праздник детский. Детский не только потому, что он для детей, а потому что каждый, кто готовится к Новому году, хочет себя почувствовать ребенком. Далеко не всегда это получается, но все к этому стремятся. И сейчас нам хотелось бы, вот мне уже кто-то говорил, у вас много лирических композиций. Обычно наоборот, мы все так, знаете, жара-жара и парочка-троечка. Вот сегодня нам действительно захотелось, чтобы вы успели и погрустить, и порадоваться, и что-то серьезное было. Но вот сейчас специально для тех, кто мечтает о том, чтобы в Новый год хоть ненадолго, но вернулось детское счастливое время, прозвучит еще одна композиция. Если можно, чуть-чуть приглушить свет.
Ну ладно, сейчас еще одну, и чтобы настроение поднялось, анекдот расскажу вам даже. Кто-то уже этот анекдот знает, потому что я часто рассказываю перед той композицией, которую я даже обещал многим, кто-то видел там в соцсетях, я обещал, что обязательно сыграем это. А что это, вы поймете после анекдота. Один плохо учившийся студент консерватории, точнее не плохо учившийся, а наоборот хорошо играющий студент консерватории, который уже начал активно ездить и гастролировать, попал в сессию совершенно неожиданно. Вот гастроли, бац, сессия. Пришел на экзамен по истории музыки, ничего не может ответить. И педагог понимает, что, в общем, заваливать нельзя. И говорит, ну хорошо, поставлю я вам оценку, зачет там, все что угодно. Только назовите мне, давайте так, несколько женщин-композиторов. Вот называйте. И студент начинает судорожно вспоминать. Говорит, так, помню, была такая Сара Сата. Была еще такая Белла Барток, Нина Рота и какая-то Баба Джанян писала музыку. Чуть дальше долетает, видимо, до бара. Или там уже такая некоторая завеса. В общем, про Сарасату, да, я думаю, все знают, что это скрипач испанский замечательный. Белла Барток — это классик румынской, американской, вообще музыки 20 века во всех смыслах. Баба Джанян — это композитор, про которого можно, конечно, шутить, но это наше все, потому что те песни, которые он нам написал, они абсолютно мужские. А вот с Нина Рота до сих пор очень часто возникают проблемы, потому что действительно не все знают, что это мужчина, и далеко не все знают, что та музыка, за которую мы любим многие итальянские фильмы, это именно его музыка. И огромная портретная галерея женщин, созданная Нина Рота, сейчас будет вам представлена глазами нашего контрабасиста Игоря Никифорова. В общем, следите за тем, кто ему нравится или кому нравится он. Thank you.
не замороженный, оттаивший, вечно молодой Игорь Никифоров. Наш замечательный, обаятельный, русский, душевный, самый аккордеонный аккордеонист Евгений Алтудин. Самое блестящее, и не только в сегодняшнем платье, самое виртуозное, самое душевное, самое крепко держащее всех нас в своих женских хрупких руках, Надежда Котнова. Меня не зовут, я сам прихожу. Но концерты организуем мы редко для того, чтобы вы по нам соскучились. И я очень надеюсь, что для следующего нашего концерта, про который я вам рассказывал, 10 февраля, вы успеете по нам соскучиться, и мы снова встретимся. Может быть, будет не так разудало весело, но то, что вам будет интересно, мы вам обещаем. С наступающим Новым годом! Будьте счастливы, здоровы! Обязательно успейте купить диск, с ним вам будет веселее. И до новых встреч, мы вас любим. Спасибо клубу Козлова и Араеву Акопяну. И отдельное спасибо нашему любимому звукорежиссеру Славе. Слава. Жалко, что лучи софитов не поворачиваются в сторону этого скромного человека. Браво. Спасибо вам, вы замечательно себя вели. Наступающим.